Всем привет! С вами интернет-магазин Покупалкин.ру, Настя и Дима. Мне грустно сообщать вам об этом, но Диму мы, похоже, снова потеряли. Обновление приложения Nexo Nights не прошло для него даром. Кого потеряли? Что же делать? Ну конечно! Дим, а за кого ты сейчас играешь? За Ланса. А хочешь получить для него новую комбо-силу? Да, хочу. Тогда давай рассказывай. Ну вот, лишь бы отвлечь человека от важного дела. Ну да ладно, все равно интересно, что за новые доспехи у Ланса. Но вначале стоит сказать, что это обмундирование самое экзотическое из всех пяти. Робин тут явно постарался, а именно он создал все доспехи рыцарям. А экзотические они не потому, что здесь белый цвет, а из-за колес, которые приделаны к ногам меха. Похоже на те, как у поезда. Да и благодаря им Ланс в своих доспехах может довольно быстро передвигаться. Если же говорить про особенности этого облачения, то здесь применены шарнирные соединения, с которыми очень просто придать практически любую позу. Есть и фирменный стиль Ланса. Это, как я уже сказал, бело-серый цвет доспех и герб в виде принта посередине. Боевые доспехи усиливают умения каждого рыцаря, поэтому в данном случае у нас огромная пика в правой руке и щит с комбо-силами в левой. Если кто не помнит, напоминаю, что комбо-силы – это самое главное нововведение в мире Nexo Nights. Каменные монстры Джестра стали намного сильнее, да и облако Монстракс научилось отражать обычные атаки Nexo-сил. Поэтому были применены комбо-силы. Это микс из трех обычных Nexo-сил, сложенные на одном специальном щите. Миксовать силы можно бесконечно, и каждый раз в приложении Merlock 2.0 вы будете видеть различный результат. В данном наборе с Лансом у нас 5 Nexo-сил. И вот мы сложили для вас 3 комбо-силы. Просто ставьте на паузу видео и сканируйте. Ну что же, говоря про комбо-силы, я уже упомянул, что можно создать свой микс из разных Nexo-сил. Поэтому в этом наборе я создал комбо-силу с названием «Жуткие потоки опустошения». Выглядит она вот так, и бьет очень сильно. Вообще все комбо-силы лупят хорошо по врагам, ибо у них даже нет специальных показателей, которые есть у просто Nexo-сил. Конечно, и без ограничений не обошлось, можно иметь в запасе всего 3 разных комбо-силы, да и применять их можно не везде, поэтому обычные Nexo-силы остаются такими же актуальными. Если говорить про мини-фигурку Ланса, то здесь новые принты. Точнее, не просто новые, а специальные, попадающиеся именно в наборах с боевыми доспехами. Честно говоря, выглядит простовато, в обычных наборах интереснее, но не стоит забывать, что именно этот костюм будет скрыт под боевыми доспехами. А если снять шлем, то можно увидеть два выражения лица, это просто улыбающиеся и улыбающиеся с подмигиванием. Вот молодец! А у меня есть тут еще одна комбо-сила для Клея. Она тебе как, не нужна? Клей, как всегда, самый доблестный среди рыцарей, но в данном случае его боевые доспехи попроще, ведь тут нет колес на ногах. Но зато остались все шарнирные соединения, а также стиль самого рыцаря с принтом герба посередине. В правой руке, конечно же, огромный меч, а в левый щит с комбо-силами. В данном наборе у нас также 5 Nexo-сил, и вот 3 комбо-силы, созданные из них. На этот раз я смиксовал силу с названием «Рубящие птицы пламени», и анимация получилась крайне забавная. Сначала падает огромный меч, а после него начинают сыпаться яйца с неба, переходя в огненные шары.
Возвращаясь к самому Клею, стоит упомянуть, что здесь также необычные принты костюма, встречающиеся только в наборах с боевой броней. Ну а под шлемом два выражения лица – нейтральное и яростное. Ой, прости, я случайно. А что это у тебя, Аарон? Да, в боевых доспехах, с необычным щитом комбо силы. Ерунда. А ты, пожалуйста, посмотрите. Видимо, герб лисы у Аарона не просто так. Хитрость у этого рыцаря явно присутствует. Как же объяснить наличие дополнительного хранилища для еще одной Некса-силы? Но не будем здесь пускать в ход свои догадки, а просто посмотрим на его доспехи. Так же, как и у всех, они выдержаны в стиле самого рыцаря. В правой руке есть арбалет, который стреляет с помощью пружинного шутера. Есть герб в виде принта на туловище. Ну а в левой руке щит, о котором я уже сказал. Здесь также 5 Некса-сил, из которых мы для вас сделали несколько комбо-сил. Падающие волны беспокойных мертвецов, сила про которую я вам расскажу. Она посылает сильные волны по врагам и откидывает их сразу от вас. После появляются летающие души, которые кружат и убивают всех монстров. Возвращаясь к Аарону, я опять же напоминаю, что именно в этих наборах специальные принты, и рыцарь-весельчак не исключение. Также под шлемом скрываются два лица, нейтральное и с улыбкой во все зубы. Ну все, больше тебе меня не обмануть. Разбирайся с остальными наборами сама. А у меня здесь новый пост, нужно разобраться с ним. Ну и ладно, я и сама хотела про Мэйси рассказать. Разве может парень хорошо рассказать о рыцаре девушке? Ну что ты скажешь? Тут нужно тонкое понимание. Еще как смогу. Эх, Мэйси, боевая принцесса в своих боевых доспехах, которые выполнены в цвета самой рыцарши. Здесь также присутствует принт герба на торсе, а в правой руке просто огромная булава, в левой же щит с Некса-силами. В этом наборе их также 5, и вот вам несколько комбо-сил от нас. Расскажу я, как всегда, об одной из них, и это будет ядовитые стычки драконьей ярости. Интересно на тем, что сначала пускается ядовитый газ, отравляя врагов, а после по ним проходятся лезвия, которые наносят много урона, ну и заканчивается это все усилением самого героя. Говоря про мини-фигурку Мэйси, я снова указываю на то, что здесь эксклюзивные принты костюма. Выглядят они хорошо, так же, как и у всех остальных. А под шлемом два лица – нейтральное и злое. Ну а у нас осталась последняя мини-фигурка. И это Аксель в боевых доспехах. Круто, он даже в них не поместился. Аксель? Давай я расскажу о нем. Да нет, спасибо, я и сама расскажу. Вот тут у него топор. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Пообещай мне меньше времени тратить на игру. Ну, ладно. У Акселя самые креативные доспехи, и необычно они тем, что сам их хозяин не влезает полностью. Как вы могли заметить, все персонажи погружаются в боевые доспехи так, что остается только голова. С Акселем все по-другому. Рычаги управления вынесены наверх торса, а сам Аксель только наполовину входит в корпус. Но тем не менее, здесь также присутствует его герб в виде принта, а также огромный топор в правой руке и щит с Некса-силами в левой. Про то, что доспехи выполнены в фирменных цветах Акселя, я даже и не говорю. Все как надо. Кстати, Некса-сил тут также 5, и вот несколько комбо от нас.
А теперь расскажу об одной из них, и это яростные пиры быков. Комбо-сила с очень странной анимацией. Сначала появляются воины, которые сносят мобов, а после появляется какой-то котел с чем-то внутри, который взрывается и убивает всех мобов, после чего восполняются жизни у рыцаря. Мини-фигурка Акселя сама по себе всегда была необычная. Здесь эта традиция не нарушена. Аксель в желтой броне и с необычными принтами. Под шлемом у него два выражения лица, и это нейтральное и недовольное. Вот это вообще мощная комбо-сила получилась. Дим, ну ты же обещал. Настя, ну давай я попозже начну меньше играть. У меня сейчас 25 новых Nexus-сил. Это ж сколько комбо-сил можно сделать? А? Что это? А, точно, друзья, у нас же проходил конкурс на 3 классных набора Лего. Итоги подведены, и они находятся в нашей группе ВКонтакте. Все ссылки находятся в описании к этому видео. А с вами был интернет-магазин Покупалкин.ру, Настя и Дима. И всем пока-пока! Фух, можно и поиграть. Так, а где телефон? Настя!